ну еду спокойно. Откуда? Она бегом бежала по тропинке. Ей красный горел, не бегом. 46-летняя горожанка от полученных травм скончалась мгновенно. По словам очевидцев, женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора вблизи пешеходного перехода. Как утверждает водитель, все произошло настолько быстро, что он не успел затормозить. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится проверка. Материал будет передан в следственный отдел по дорожно-транспортным происшествиям. Следователь установит виновника дорожно-транспортного происшествия. Если водителя признают виновным, ему грозит лишение свободы и водительских прав. Инспекторы ГИБДД в очередной раз напоминают автовладельцам и пешеходам о соблюдении правил дорожного движения. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.